Журналист и начинающий фотограф Евдокия Ефимова представила свою первую фотовыставку «Моя Япония. В стране восходящего солнца». Она побывала дважды. Мероприятие посетили студенты из Японии, друзья и коллеги автора. Выставка будет работать до конца этой недели. Япония меня манила давно вообще, да, еще со студенческих времен. И тут такая возможность появилась поехать именно вот по работе. И когда я приехала в Токио, он мне очень сильно понравился, прям как будто это какая-то другая планета, такие были эмоции, впечатления, я решила, что обязательно еще раз туда поеду. Получается, у меня выставка она такая, это больше современный город, современные люди, никуда не ездила специально, чтобы фотографировать, это просто вот то, что меня окружало, и все.